очень хорошо. Начало турнира, победа еще. Ну, в первую очередь хотел бы отметить наш настрой на игру. То есть все прекрасно понимаем, что это предсезонный турнир, как бы товарищеская игра такая уж важная, но она важна как бы, с другой стороны, там, где-то немножечко обратить внимание на свои минусы и плюсы, чему мы достигли в этом году на предсезонном споре. Эта игра показала, что команда неплохо подготовилась и хорошо выглядит на площадке, как бы, и самое главное, хорошо реализует созданные моменты. И, как вы видите, счет был большой и благодаря тому, что использовали свои моменты. А так, думаю, тут ничего такого важного нет, не стоит делать на этот, ставить акцент, и надо продолжать дальше работать, и самые главные игры впереди, то есть у нас предстоит еще длинный тяжелый сезон, и после него, конечно же, самые важные игры, да, на Кубок Гагарина, то есть самое главное, надо будет к этому времени подойти в идеальной форме. Создалось впечатление, что сезон как бы и не закончился, продолжается. Ну, не знаю, кому как создалось впечатление, но немножко отдохнули, как бы передышали, и сейчас снова бой, как бы работаем, и делаем все для повторения прошлогоднего результата. Как вам-то летом удалось это? Ну да, немножко удалось по ускоренному графику. А куда ездили, естественно? Да никуда, я был дома. Футбол посмотрели, чего? Ну так, иногда. Когда было время, смотрел, конечно, понятно. Дани, скажите, пожалуйста, а вот это действительно, Майк Усипин говорил, что у вас изменился тренировочный процесс. Как? Совершенно изменился тренировочный процесс. Это в чем? Вы не могли сказать, в чем это заключается? Вы вообще обратили внимание на это? Ну, не наше это дело, как бы там, обсуждать тренерские там изменения, там, тренерские, как сказать, изменения тренировочного процесса, там, пусть вы с ним общались, и пусть он сам это расскажет. То есть наше дело выходить, работать и набирать силы и опыта. Нет, я хотел спросить, вот сложнее стало вообще тренировочный процесс? Очень сложно. Очень сложно, да. И, там, не знаю, похоже, впереди нас ждет прям богатейший опыт. Победы. Тяжело в учении, легко в бою. То есть он поменял прошлое лето и это лето, другое. Посмотрим, все будет впереди. Все покажут игры. Вы хотите открывать все тайны? Конечно, как я могу раскрыть тайны нашей подготовки? Танец, вам нравится большой зал? Ну, пока еще как бы не прочувствовали все возможности этих изменений, как бы, но какие-то плюсы уже просматриваются. В большинстве и так до этого никого не выпускали. Ну, сейчас даже смениться не дают. Не выкидывают шайбу. Ладно, спасибо. Спасибо большое.